Теперь новости культуры. Подведены итоги городского конкурса «Надежда Северодвинска-2014». Премии победителям вручил глава города. Премия мэра Надежды Северодвинска вручалась по 5 номинациям. В номинации «Лучший инструменталист» награждена ученица 6 класса Домры детской школы искусств номер 34 Юлия Рудяк. В номинации «Лучший вокалист» награжден ученик 4 класса сольного пения детской музыкальной школы номер 36 Анатолий Литошников. Лучшим художником стала ученица 4 класса детской художественной школы номер 2 Лия Шахницкая. Премии в номинации «Лучший ансамбль» награждено трио флейтистов «Выходной день» из детской музыкальной школы номер 3. Лучшим творческим коллективом признана хореографическая студия «Алмаз» из детского центра культуры. Преподаватель действительно очень хороший. И вот я считаю, что я достиг достаточно высоких вершин только благодаря Ирине Васильевне, моему преподавателю. Надо ориентироваться именно на руководителей, на педагогов, потому что от них очень многое зависит. Иногда для того, чтобы раскрыть талант ребенка, необходимо, ну, на самом деле с ним достаточно долго заниматься, и вот этот талант, он может не сразу проявиться. Кстати, северодвинцы всегда хорошо подготовлены, и их побаиваются на региональных творческих конкурсах и других мероприятиях.